Участники нашей группы «Народный патруль» обсуждают качество проведения ремонтных работ на дорогах областного центра. Так, в конце минувшей недели один из автолюбителей прислал видео, в котором комментирует новую разметку на кольце 31-го квартала. Здесь показано только прямо. Значит, нам надо переходить. Вот, сплошная линия пересекает. Выходим. Но для того, чтобы на Берзина, нам надо опять маневр сделать. Выйти сюда, потому что там дальше тоже сплошная линия. Этот вопрос прокомментировали в госавтоинспекции. Хотелось бы напомнить участникам дорожного движения, что ремонтные работы на кольцевой развязке 31-го квартала еще не завершены. При въезде на кольцевую развязку необходимо пользоваться временными дорожными знаками. При движении по кольцевой развязке учитывайте нанесенную горизонтальную разметку. При совершении маневров включайте указатели поворота и не забывайте, что перестроение через сплошные линии разметки правила запрещают. Снижение скоростного режима позволит вам правильно маневрировать на кольцевой развязке. А другой житель Магадана выразил сомнение в том, что асфальт можно класть прямо на снег, пусть и утрамбованный. Запомните, если прикатать снег, асфальт будет ложиться лучше. Без бугров. Да, без бугров. Кто исполнитель этих работ и для чего сотрудники неизвестной организации утрамбовывали снег и действительно ли прямо в него укладывали асфальт, нам выяснить не удалось. Прокомментирует ли какая-то из дорожных компаний происходящее на видео, расскажем в одном из выпусков новостей.